Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Готовлюсь к сезону 2020. Рыбалка, турпоходы. Хочу в этом году поснимать всякие доты, укрепления нашей местности. Очень интересная у нас есть линия Сталина. Очень много дотов и большое протяжение их. И поэтому у меня вопрос возник покупкой видеооборудования. Я на фотокамеру снимаю, на L820 сейчас снимаю, Nikon Coolpix. И вот я думал, что можно себе еще приобрести. Хотел взять экшн-камеру получше, но ценник все-таки очень большой. И немного жалко мне стало денег. И поэтому я еще начал анализировать, рассматривать разные варианты. Моя камера Nikon мне очень нравится, как она снимает, но мне просто ее жалко было использовать на улице, в лесу, на реке, на озере. Потому что если бы она сломалась, то я остался бы без видеокамеры и не мог бы даже снимать моделизм и кулинарию. И вот начал шерстить интернет, и мне попалась довольно хорошая камера Nikon L840. Очень хороший аппарат за очень приятную цену. Плюс мне в подарок дали чехол для фотоаппарата, все провода, зарядная и 4 аккумулятора с флеш-картой. Я не смог отказаться от такого предложения, приобрел данную фотокамеру и хочу вам показать, как она снимает, и порекомендовать. То есть, ребята, вы подумайте, ведь можно купить бэушную недорогую вещь, но она будет при этом очень хорошо снимать, получше любой экшн-камеры. Здесь есть стабилизация, можно использовать как бинокль, зум 38 здесь, съемка Full HD. Правда, мой фотоаппарат 820 сделан в Индонезии, этот фотоаппарат сделан в Китае. Также есть Wi-Fi, можно передавать фотографии сразу на телефон. И вот, друзья, поэтому я решил взять его, потому что съемкой доволен, качество фотографий очень хорошее, качество видео для наших целей, снимать рыбалку, наши турпоходы, очень-очень достойное. Вы, конечно, все увидите сейчас, я немножко поснимал. Погода, правда, не солнечная, но видно, как снимает данная фотокамера. Поэтому задумайтесь, может и стоит приобрести недорогую вещь, но которая хорошо снимает. Да, если дождь, надо будет что-то придумывать, прятать его, закрывать от дождя. Но вот моему 820-му фотоаппарату уже, наверное, лет 7. Снимает он хорошо. Вы все видели, как я снимаю модели, кулинарию. Приемлемо, нормально. Как снимает эта камера, вы сейчас увидите. Посмотрим, друзья, как снимает данный фотоаппарат на природе. Погода не солнечная, пасмурная, поэтому посмотрим, какие цвета получаются сейчас. Очень неплохой зум, ветер сильный, вижу, на том берегу рыбачок сидит. Пробуем его приблизить. Снимаю без штатива, с рук. Штатива будет устойчивая картинка, но и так вот видим, сапоги у него резиновые, какие-то фирмовые с надписью, красная куртка, черная шапка, рюкзачок, фидерок или удочка, плавка не видно, скорее всего
фидер. Сапоги ПВХ. Сейчас попробуем поймать костел. Расстояние очень большое до костела. Не с рук не могу крест. О, все словил. Сейчас попробуем аккуратно приблизить. Аппарат можно использовать даже как бинокль на рыбалке, в турпоходах, на копе. Смотрим в воду. Конечно, со штатива снимать будет очень приятно. Посмотрим дерево. Макросъемка очень хорошая. Снимем еще видео дома, сборку модели, чтобы можно было посмотреть в разных ракурсах фотографии. Поделаем. Где-то до берега метров 50 от меня. Довольно неплохо снимает, друзья. Поэтому задумайтесь, посмотрите. Конечно, экшн-камера и меньше, и легче. Но зато здесь все-таки качество съемки совсем другое. И на зуме можно поснимать, и без зума, и фотографии сделать. Конечно, надо придумать еще какой-нибудь бокс защитный, если придется снимать во время дождя. На эту фотокамеру я снимал раньше все свои сборки моделей, кулинарию. Иногда брал и на природу. Но как бы на природу брать жалко было. Вдруг испортится, сломается. То у меня просто не было на что снимать, кроме телефона и экшн-камеры. Поэтому я докупил себе еще дополнительную фотокамеру и очень ей доволен. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч!